С начала года на территории нашей области произошло 70 дорожно-транспортных происшествий, связанных с наездом на пешеходов. К сожалению, 65 человек получили ранения, а 7 пешеходов погибли. 2 июня на территории Тамбовской области всеми подразделениями госавтоинспекции проводятся массовые профилактические мероприятия, направленные на профилактику аварийности, связанную с наездами на пешеходов. Дорожно-транспортные происшествия с участием пешеходов происходят в утренние и вечерние часы, а дни недели – это понедельник, четверг, пятница, когда регистрируется наибольшее количество автоаварий. Всего в рейд вышли около 170 инспекторов ГИБДД. Помощь патрулям оказывают участковые уполномоченные и сотрудники отдела по делам несовершеннолетних. Напоминаем, что, выходя на переход, пешеход должен убедиться в безопасности движения по проезжей части, обратить внимание на движущиеся автомобили, их скорость и дистанцию. В свою очередь, водители должны быть предельно внимательными, снизить скорость перед переходом и пропустить пешехода.